Лео сказал. Ну, оптика механическая. Да я Лео сказал. Да, сейчас выберем площадочку. А, здесь как раз все рядышком будет. Там куст помешает. А, тогда нам надо немножко тогда вот в ту сторону. Вот сюда, вот, мне кажется, вот тут ровненько вот здесь. Да? Да, и вот он как раз туда будет смотреть. Юпитер видел кто-нибудь вообще? Тетя Мотя. Тетя Мотя твою мышь. А его будет видно или только звезду будет видно? Так, чуть-чуть отошли в сторонку. Построиться в очередь. В одну шеренку, потому что иначе... Денис, я сказал отойти в сторонку. Ты стоишь напротив камеры. Все успеют посмотреть. Мама! Я скоро приеду в среду. Для детей, смотри. Сколько всего интересного-то. В среду приедешь, ты в четверг. Ну, в четверг или нет, даже в пятницу. Ну, в пятницу увидимся. Хочешь завтра уехать? Да. Так, да, ну что? Поезде. Вот сюда, вот сначала сюда. На этот, на Юпитер посмотрим, да? Да, я первый, я сказал первый. Я третий. Так, тихо, я сейчас просто расскажу. Все, за Владимира Юрьевича все выстроите. Сейчас он покажет, а потом все. Я сейчас расскажу, значит, что... Кто знает, что такое планета Юпитер? Тихо. Что-нибудь знаете о планете? Это газовый гигант. Самая большая планета в Солнечной системе. Да. И еще у него ураган бушует уже несколько тысяч лет, и он очень большой. Красное пятно большое. Да, красное пятно. Это, да, большое. Циклон такой большой в атмосфере Юпитера. Самая большая планета, она... Это газовое вещество. Имеет более 60 спутников. И сейчас, если нам посчастливится, мы увидим 4 из них. Ио, Ганимед, Каллисто, Европа. Ну, давайте посмотрим. Он очень мощный. Значит, смотреть будем вот сюда, вот здесь окуляр, здесь это зеркальный телескоп системы Ньютона, здесь находится зеркало, у него диаметр 60 сантиметров, о, прошу прощения, 60 миллиметров, 6 сантиметров, так, это у нас, нет, не 6, 90, по-моему, 90, да, миллиметров. А можно так, я не первый буду? Руками ничего не трогать, не прикасаться, да, к нему, когда настроят. Сейчас я наведусь на... Юпитер и... А можно выше сделать? И вот не здесь будете смотреть вот сюда, в окуляр. Это называется объектив. Так, окуляр. Сколько команды? Так, сейчас я сначала... Отойди вот здесь немножечко. Все, в очередь, давайте. Так, подожди, так, нам надо... Он мощный? Это телескоп мощный? Вот, давайте мы сделаем это спокойно. А телескоп мощный? Самого нетерпеливого пропустим, иди сюда. Иди сюда, встань. Я второй, я первый. Не шевелиться, главное. Ладно, я а то, кто если будет это, сильно шевелиться, сразу в конец очереди встанет. Я пошевелилась. Нет, еще хуже будет. Поехали. Ничего. Шевелится, да? Чурку может, надо. На а вон плитки, смотри, на плитку. Вот если давай поставить туда, вот, на плитку. Ну-ка, на плитку. Это самый лучший вариант. Пап. Во, отлично. Пап. Хорошо. Когда все посмотрят. Так, вот сюда не подходите. Вот сюда. Давай его. А, ты разрешил? Давай тогда я. Давайте вот так вот. Все. Вот так. Маш, иди сюда в конец Иларию бери. Я посмотрю еще, как это обожаю смотреть на планеты. Я вообще ни разу не смотрела. Я только Луну видела. Тихо, успокойтесь. Прям туда смотри. Я настроил. Маленько назад. Назад. О! Отлично, попал. Супер! Сейчас вы видите, 4 спутника прямо в ряд стоят около него. Ладно, все, успел. Отлично, просто отлично. Тихо. Сейчас давайте смотреть будете и попробуйте найти полосы. То есть это облачный слой и красное пятно, по-моему, будет видно. Очень хорошее качество. Ну ты уже встал. Стой тут, не дрыгайся. Так, подождите. Тут винт вышел. Сейчас я его выкручу, чтобы не гидировать можно. Гидировать — это наша Земля вращается, и он все время убегать будет с поля зрения. Угу. Вследствие вращения Земли. Поэтому мне все будет нужно вращать вот эти два корректировать, да? Винтика, да. Это зимотальный станок. Сейчас я выкручу, чтобы у меня был запас хода. Вот если и автоматически бывает, да? Да, есть автомат. У меня там-то у меня 6 телескопов. Там есть автомат. Американский телескоп хороший, очень МИД, фирмы МИД. Там это прицел, да, вот такой отсюда. Да, обычно не оптическое. А почему Юпитер светится? Ну, потому что его освещает Солнце. А где вообще? Это Солнце его освещает, он сам не светится. До нашей Земли. Солнце сейчас вот там, оно туда смотрит сквозь Землю. Вообще где? У нас тень сейчас пока. Да. Наша Земля точно так же видна из космоса. Да. А если бы мы были на Луне, мы увидели светящуюся Землю. Так, сейчас, минутку. Попал. О, супер вообще, как изображение. Володя, можно чуть-чуть, чтобы им это в глаза не светило? Угу. Да. О, супер вообще.
Сейчас вы увидите супер картинку. Давай. Вообще. Главное, глазом туда. Вообще четыре спутника видно, вам повезло. Главное, глазом не толкай. Вот так смотри, чтобы не прислоняться туда. Ребята. Чтобы расстояние только рисунок. Вообще супер. Ну все, пускай начинает. Не... Смотри. Аккуратно. Вот так. Видишь? Видишь ближе к окуляру. В центре шарик. Смотри, на нем там полосы видно и четыре маленькие звездочки. Это, три увидел? Слева и одна справа. Увидел? Видно? Да. Сейчас я больше, чем какие цвета. Не говори. Одна оранжевая. Ты мне все себе. Ну ладно. Давай, тихо. Телескоп не трогай руками. Уйди оттуда. Уди. Видишь? Сема, уйди оттуда. Что ты закрутился-то? Зачем? Да, четыре ряда. Нельзя. Видишь? Да. На диск посмотрите, о, какие детали вы там увидите. На диске прямо. Там полосы видно, ну вот я вижу. Раз, и красное пятно видно. Четыре. Да, красное такое пятно. Он похож на разное. Подожди, сейчас я посмотрю, он ушел, наверное, уже. Сейчас, минуточку. Это пока маленькое увеличение. Попробую поставить больше, чтобы было больше видно было диаметр. Ну сейчас вообще изображение просто это чудесное. Только глаза. Качество очень хорошее. Не бодай его, главное. Видно? Видишь? Да. И три спутника рядом. Так, не крутись рядом. Все, вот отойди сразу. Эти четыре спутника. Их, кстати, открыл Галилей. Впервые телескоп, который он сам собрал. И он увидел свой телескоп, вот эти четыре спутника. Поэтому они называются Галилеевыми спутниками. Ничего не видно. Ничего не видно? Видишь? Какая-то звезда. Это не звезда, это планета. Какая-то звезда. А мы на Луну посмотрим. Четыре звезды и планета. Это планета. А потом на Луну. А Луну посмотрим? Луна, что ли? Луну посмотрим. Да, посмотрим Луну. А на Луне, видимо, на Луне будет более, конечно, ярко, да. Там а будет... это Луна? Это не Луна, Юпитер. Все, давай, отходи. Смотри, это было очень круто. Реально. Вообще, отличное изображение. Ничего. Прикольно? Как тебе? Ага. Здорово, да? Ты впервые видишь сейчас настоящее, реальное изображение планеты. О, там-то красное. Это не фотография, это реальный Юпитер. Не говори. Вау. Здорово. Вообще. Подожди, сейчас посмотрим. Вот это а, он ушел. Вставай в очередь, что стоишь? Вставай в очередь. Тихо. За Машей вставай. Знаете, тихо, что слышишь, вас поднимется и позади всего. Крапивой, чтобы не кричали тут. Смотрите. Давай. Я увидел Юпитер. Так, отойдите оттуда. Ходи позови. Отойди оттуда. Уйди, Денис, отойди. Только я посмотрю. Куда не ходите, туда, здесь не ходите. Сказано же не ходить здесь. А почему там не ходить? Потому что, видишь, телескоп туда направлен. Да, там одна маленькая точка. Здорово, да? А я? Шарик такой и маленькие четыре звездочки. Это вот Юпитер. Три с одной планеты. И одна с другой, совершенно верно. Маша, не мешайся мне. Ну как, Александр? Четыре, ну я думал, ближе будет. Но я сейчас побольше сделаю увеличение. Сейчас, это увеличение самое маленькое. Смотри, все посмотри. Нет. Вот, все. А тебе максимальное. Тихо, сейчас не бодай его. Побольше. Видишь, что у вас камера-то? Четыре, видишь? Да. А мы не смотрим. Все, давай. Так, давайте. А тебе максимальное. Давай, смотри, сейчас я посмотрю. Что там 4 должно быть? Сейчас Сатурн. Сейчас вы увидите планету Юпитер. Она в центре, большой шарик. И по бокам 4 галилеевых спутника, маленькие. Ну, они примерно размером с нашу Луну. Вот эти 4 звездочки. Там еще Сатурн рядышком. Сейчас можно... Да, Сатурн, сейчас можно я на Сатурн направлю еще. А это мы сейчас у него там кольца должны быть видны. А это мы сейчас что смотрим? Юпитер. А, это Юпитер был? Да. Я думал Сатурн. Нет, у Сатурна кольца. Видишь, Маш? Здорово? Володя, будешь смотреть? Еще раз. Да нет, смотри. Я тоже буду. А увеличьте, пожалуйста. Сейчас а камера, нельзя туда заглянуть? Что страшно, да, теперь? Такой нет. Надо с маленьким объективом. Там маленькая одна посерединке точка, она маленькая. Так, ну давайте Юпитер. Давайте сейчас я попробую больше поставить увеличение на Юпитер. Да. Комаров не было, тут налетели. Все в очередь. Вот такой комаров. Ну максимально, давайте на максимально. Мне все равно. А если приблизить на руку человека, то микробы можно будет увидеть? Микробы. Так, тихо. Ну это он на увеличение работает. Третий. Ну сейчас качество, конечно, хуже, но картинка больше. Нет, нам увеличить еще боль. Смотрите, пожалуйста. Сейчас больше он в два раза. А где он? Да? Вон, да, он больше.
Видишь? Вот там какой-то второй. Я увидел красное пятно. Видел, да, сейчас я больше увеличений сделаю. Которое ярче или которое... Да, которое ярче, это Юпитер, а вот там послабже, это Сатурн. А, Сатурн. А-а-а. Сейчас на Сатурн, да? Нет, сейчас пока на Юпитер я сделал больше увеличений. Все, 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 простите. Ну-ка. Следующий, все, посмотрел следующий, давай, давай, давай. Там быстрее. Там пятый видно, кажется. Он сейчас уходить будет быстро, поэтому смотрите побыстрее, что надо сейчас его где это вращать, телескоп. Побыстрее постарайтесь взглянуть, сфотографировать, записать себе и... Голые ноги? Да. Подходите. Комары кусают. Так, ты, наверное, сбил, нет? Нет. Видно? Да. Сейчас, подожди. О, сейчас шарик хороший, красивый шарик. В два раза больше. Это шарик. Шарик. Да, шарик. Иди сюда, шарик, иди сюда. Я хочу на Луну мочить. Сейчас Луна будет вообще супер. Да, красиво. Если там красный, сейчас там будет видны горы, моря и океаны. Там красный, желтый и синий такой. Руками не трогать. Комаров-то сколько. Да. Сейчас мы их накормим, как следует нам. Как говорят, наука требует жертв. Или искусство. Все, увидал? Увидел. Еще раз. А кто не смотрел? Кто не смотрел? Большое увлечение. Отойди. Тимофей, ты уже смотрел. Отойди. Зачем ты? Так, сейчас подкрутим. Семен, отойди. Давайте на Сатурн. Семен, отойди в сторону. Вот еще одна. И вот еще одна. Смотрим. Кто не смотрел, смотрим. Это там Сатурн, который не отвлекайся. Всего на чуть-чуть больше стало. Два раза? Давай. Тихонько. Больше стал? Да, ну я сейчас увеличение больше поставил. Это линза Барлоу называется. Не видишь? Как не видишь? Может, убежал? Шарик не видишь? Тебе не мешает свет от фонаря? Видишь? Какой-то... У меня фонарик внизу. У него эти то ли кометы, то ли звезды вокруг. Вот это, вот так вот у него такие. Да, в два раза больше. Два раза больше, да. Ну все, давай, Юпитер. Все, посмотрели? Да. Красивый Юпитер. На Сатурн. Сейчас попробуем Сатурн посмотреть. А на Сатурн. Вот рядышком. Там. Нет, я второй. Я третий. Да, рядом с тобой. Ну что ты? Я верю. Тихо, ладно, очередь. Ладно. Спокойно, вот так, да. Где все можно сделать? А давайте посмотрим на этот светящийся. Тут хоть видно хоть что-то, да? Планета у нас только здесь, ребята. А ну взгляни, мама, вы типа светящиеся кометы. Я имею в виду шарик. Дядя Боба. Можно, это, можно немножко сторонку? Ага. Да, это все. Планета Вова. Все, видно? Дядя Вова. Так, по одному. Ребята, сейчас вы увидите... Кольца? Кольца, да. Сейчас видите кольца. Тихо, не маши руками-то. Чего? Это будет маленькое будет. Маленькое увеличение, но очень хорошо видно. Или сразу крупное сделать? Да нет, сразу крупное. Давай крупное сразу. Сразу крупное. А сверху что такое? Крупное. О, звезды начали появляться. Ага. Это созвездие Лира, Вега. Вот это вот Вега. Вау. Как так увидел сразу? Так, а я наизусть знаю все. Вам надо было указку с собой взять. А лазерную указку, да. И показывать на звезды. Да. Да. Однажды мы смотрели, там один мальчик, она на 45 километров, у меня мощный лазер. И там самолет летит, да, у меня 45 километров. Это лазер, который поджигаем все. Вот такой. И он говорит: ой, Владимирович, вы сейчас самолет сбьете, он чуть не заревел. Я говорю: да не буду я сбивать. Я сразу на спутник нацелюсь, да? Да. Правильно? Все, давай. 45 километров. 45 километров бьет. С собой нету, да? Но это у вас специальное разрешение на него, да? Да. Угу. Можно есть... сразу до Барнаула досветить. Ну что, ребята, очень хорошо видно Сатурн. Кольца. Смотри, сейчас смотрите, ребята, и наслаждайтесь. Им уже не втерпешь, они уже все. А спутник видно? Нет, сейчас кольца увидите. Смотрите внимательно. Кольца, вокруг кольца. Там две такие проушины черные. Видно? Видишь? Да, видно. Кольца и две проушины такие черные. Реально. Ну что, полетим на этот самый? Реально, там Сатурн. Кольца и видишь кольца? Такой шарик. Шарик, да. Завтра вентилятор к машинам приделаем, полетим. Круто, так, вот там следующий. Реально Сатурн. Он быстро уходит, да? Да, быстро уходит, сейчас мне придется подкручивать, так что давайте, смотрите. Скорее. Наша Земля вращается, чем больше увеличение, тем быстрее смещение. Да, точно. Он уходит за кадр. Да. Поле зрения, да, увидел? Увидел? Не видно ничего. Там реально Сатурн, видно, видно очень кольца? Хорошо. Ну все, отходи тогда, если не видишь кольца. А вы видите? Конечно, вижу. Хорошо видно. Видишь? Ребята, видите, вы плохо, так сказать, нелюбознательные. Да. Что
Видишь кольца? Я люблю. Да. Молодец. Все, все. Да. Видел кольца? Уйди, в сторонку. В сторонку ходишь. Варя, видишь? Видишь кольца вокруг такие, да? И там две проушины такие. Она вот так наклоненная. Да, наклоненная. Молодец, правильно, да. Наклоненная. Маша, видишь? Ты видел Сатурн впервые в жизни. Да. Я не в том маленьком. Маленькие кружочки вокруг него, там несколько колец. Зовите Машу. Смотрим Диана. Дальше кто? А, что я их зову? Петра. Ты же думала, что смотрела. Скорее. Я в чём? Давайте Луну. Доме-то тепло. Сейчас все посмотрим на Сатурн. Видишь? А то когда, Бог его знает, когда вы еще посмотрите в телескоп. Да. А здесь как раз такая возможность представилась, видите? А вы же там смотрите? А? У себя-то смотрите? Там? Да, но сейчас у нас нет площадки, и поэтому... Да, а здесь как раз возможность хорошая. Есть там виды? Так, кто еще не смотрел? Вот две девочки у нас. Денис, отойди. Денис, там реально Сатурн. Там реально Сатурн. Итак, пожалуйста, Сатурн. Сатурн вас ждет. Ты реально Сатурн. Скажи же красиво. Сатурн. Глаз закрывай. Глаз, да. И внимательно посмотри. Там мама, кружок и маленький, и кольца вокруг него. Ух ты. Здорово, видно? Да, да, у меня шатает. Да. Не шатайся, давай. Это которая поменьше. Вон маленькая, да, вон маленькая. Она. Вот это яркая Юпитера, вот там вот. Только, а что-то нечеткое. А это атмосфера. Искажает атмосфера. Давай. Классно. Вот сейчас мне понравилось кольца. Кольца здесь классно, да. Вот, да. Сколько колец? Вот здесь тысячу, более тысячи. Сколько? Более тысячи колец. 12, говорите. Ну, их они надо, только разные. Космический аппарат может их, Voyager пролетал и сфотографировал. Космический аппарат. Более тысячи колец. Маленьких камней, да? Да, камушки, без камушков. Маленьких камушков размеров от несколько миллиметров до размеров с автобус. Пожалуйста. Все, сейчас Луна, сейчас самое интересное. Все, Луну сейчас. Очень близко! Все? Она красивая, давай, такая. Давай. Пока она не зашла, она уже заходит. Вот. Я первая. О, низко. Нам надо дальше отойти, да, потому что не видно. Нет, мужчина всегда первый. Нет, девушки все. Тихо, Маша и Диана тихо. Мальчики, я же сказала. Тихо, все устали. Я второй. Так, все назад двинулись. Назад передобрый, все. Все, так стоим. Маша, иди сюда, Диана. Так, ну что, ребята, сейчас вы увидите потрясающую картину. Она на всю? Она огромная. Да, сейчас вы видите, вот это вот видите, подождите, тихо, вот видите, серпик, да? Да. Вот то, что сейчас темное и светлое, вот эта линия, она называется очень интересным словом. Терминатор. Линия терминатор, да. Есть такой... Это линия раздела дня и ночи. И вот сейчас, когда мы будем видеть телескоп, мы сейчас увидим вот эту как раз, там на этой линии как раз очень хорошо видно тени от впадин кратеров, которые там есть. Сейчас вы это увидите своими есть глазами. Есть такой фильм «Терминатор» и вторая часть. Да, но это к этому «Терминатору» отношения не имеет. Лучше не смотреть. Да, такие. Да. Все? Сейчас, подожди. Ну, без не больно. Сейчас мы посмотрим сначала маленькое. А зачем маленькое, мне кажется, сам? Там будет полностью видно все. Более такой красивый будет обзор. Кусается. Они ждали очень долго, комары. Да? Такого момента. Дождались. Домой. Ну что, ребята? Давай, Маша. Готовы? Так, ребят, красоту посмотреть. Давай, Маша, вперед. Маша. Вот сейчас на линии терминатора находится океан бурь. Океан бурь находится. Что? Без воды. О, вода, птичка прилетела по Луне. Птичка по Луне. Да. Прошу, кто первый? Маша, интересная. Да подожди, куда ж ты? Да подожди! Подожди, да? Она большая, реально! А там еще звезда какая-то. Она очень близко, настоящая планета, я кратер вижу! Знаете, насколько она большая, она очень близко! Офигеть, да как давай. Красиво! Так, Маша, это следующая. Очень красиво! Маша, да что ж такое? Все. Она огрелая! Я говорю, не тихо, надо ссориться, я сказала. Все успели. Все быстрее! Видишь? Да. Она горы, кратеры, дырки. А отойди в сторону. Она огромная, да? Здорово? Угу.
А вы звезды будете смотреть? Нет, звезды там надо более большой телескоп, там галактики, туманности, но сейчас светлое небо, поэтому мы посмотрим только это. А где там какая-то линия? Терминатора, вот прямо где темнота черная, да, и где светлая, вот эта линия, там как раз видны тень хорошо, и прямо вот половинка тени падает на кратер, очень хорошо видно. Она начинает светиться. Картинка какая-то, да. Здорово, да? Что-то еще будете смотреть? Мы позовем. Сейчас мы просто еще сделаем более крупное увеличение на Луну. И все, больше пока ничего нет интересного. А на те звезды? На звезды, они там, мы сейчас не видим, где небо светлое, а галактики туманности, надо более большой телескоп и более темное небо. К сожалению, вот это пока все. Так, в сторону, отходите. Да, отходите в сторону. Автомат должен быть, да, иначе быстро двигается, да, они вот эти. Чем дальше будет, да, тем быстрее. Мы сейчас светло еще. Светло надо, чтобы темнее было. Это ночью надо уже глубоко. Ну что, красивая луна? А Луна тоже двигается же, да? Да, конечно. Ну мы двигаемся. Вон да, еще какая-то вращаемся. Планета. Луна это спутник. Вот она. Да нет, да. Маша, дай другим посмотреть. Да, я хочу на спутник. Там, значит, были. Давайте на спутник посмотрим. Тимофей, отойди. Тимофей, ты уже смотрел. Ну что ты? Зачем ты? Давайте на спутник посмотрим. Пожалуйста. Все, сейчас мы Луна и все. Сейчас я увлечение поставлю побольше. Отойдите, все посмотрели. Отойдите все, тут ничего не видно. Все видно. Отойди, Семен, я спутник хочу посмотреть. Да людей тут видно. Вот вашу руку видно. Нет, там ничего не видно. Вернее, этого не видно, там Луна видна. Вот Луна видна, пожалуйста. Так, давайте уже, эти взрослые. Что не видно? Да, смотрел еще, смотрите. А, вот теперь, взрослым дайте посмотреть, взрослым. Взрослым. Ружка никакого не вижу, а Луну вижу. Все, отходи, посмотрел. Давай, Ларя. Большая. Она большая. Видишь кратеры? Вау, просто! У нее такие края еще разноцветные. Да, она такая красивая. Только развернута. Она как будто нарисованная. Прям. Вау, просто. Она как будто нарисованная. Чему вы тут учили, Владимир? Она как будто сыр нарисованная. Как сыр, только на том дырке такие. Красиво, да? Да, Марина. Так, все посмотрели? Нет, 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 еще двое. Марина и я. Да, все. Пожалуйста. А то Володя уже съели комары. А? У оператора руку отгрызли. Красиво? Очень. Видишь, вот как надо говорить. Вот учись как мама. Видишь, красиво говорит. Очень красиво. Видишь, вот Слава. Скромно. А мы еще ее увеличим. О-хо-хо! Да, да, на дырке смотрите. Как будто бомбили ее. Да. Ну, так и было. Да? Это бомбардировка метеорита. У нее же нет атмосферы. Нет атмосферы. Владимир Ильич, будешь смотреть? На спутник. Да я смотрел. Какой? Там спутник он. Это не спутник. Нет, спутники не прилетают, мы их не сможем быстро за ними гидировать. Просто. Там неинтересно, в принципе. Володь, это твой? Да? Нет, вот это я здесь вот презентовал. Снимаю. Телескоп привез, подарил здесь. Дядя Володя, посмотреть. Володя, видно? Не ушла она? Нет. Да, вижу. Ага. Ну и как? Красота. Красота, да. Красота, красота вообще. Идите больше, идите больше. Буду так рядом. Она, а камеры, да. Сейчас, попробуйте. Сейчас увеличу. Я первая. Я вторая. Я первая. Я третья. Ну ладно, слава Богу за все.